благотворительный фонд может собирать денежные средства, грубо говоря, для детей, для сирот, для собачек и кошечек, но собрав эти деньги, саккумулировав их, значит, от пожертвователей, от, значит, других людей, значит, в законе не прописано, что он обязан отдать эти деньги. За непредоставление, за невыделение денежных средств, непередачу денежных средств благополучателям, этим детским домам или другим каким-то, значит, нуждающимся, так сказать, в этих деньгах субъектам, ответственности как таковой нет в законе. Поэтому часто и пользуются, значит, этим моментом, просто-напросто, значит, аккумулируют эти деньги и используют их по своему усмотрению или назначению. К сожалению, привлечь к какой-либо другой ответственности этих лиц, вот этих благотворителей, таких в кавычках, которые, значит, их нельзя, по сути. То есть нельзя к уголовной ответственности, если они, например, не обманным путем. Обман есть как бы формально, но значит, здесь вопрос связан с доказанностью. И, как правило, уголовные дела на моей памяти не возбуждались по таким фондам. Что касается, как избежать вот этих обманов, в данном случае я предполагаю, что если, например, конкретно физическое лицо желает помочь, например, нуждающимся детям, например, то лучше всего... К примеру, прийти в этот детский дом, спросить, что нужно ребятишкам, там, например, коляски, там, я не знаю, игрушки, там, книжки к 1 сентября, посчитать, сколько это будет стоить, закупить самому лично, с кем-то собраться и просто-напросто подарить детям.